И Белым же домом вместе с Госдепартаментом было заявлено, прямая цитата, что Украина к этому отношения не имеет. Конец цитаты. На основе каких данных? На основе какой информации они сделали такой вывод? Совершенно непонятно. Понятно только одно. Они начали отмазывать киевский режим, чтобы самим отмазаться. Потому что все прекрасно понимают, что никакого самостоятельного киевского режима без западной финансовой поддержки, военной помощи этому режиму просто нет. И просто, на мой взгляд, Запад зашел в тупик, потому что, так сказать, с одной стороны, они открещиваются от того, что это связано с Украиной, хотя многие годы превращали киевский режим именно в террористический, а с другой стороны, они кричат, что это ИГИЛ, хотя и за ИГИЛом, как и за Аль-Каидой, стоят именно западники, за этими запрещенными террористическими организациями.